Одни сутки, именно столько теперь требуется для того, чтобы выявить у пациента тяжелое заболевание. В Кировском противотуберкулезном диспансере появилось современное оборудование. Сотрудники и пациенты уже успели оценить качество новой техники. Пациенты диспансера теперь проходят обследование на новом рентгеновском аппарате. Эта установка позволяет диагностировать туберкулез любой степени локализации. Информация сразу же поступает на компьютер, причем с изображениями можно работать, увеличить, уменьшить, обработать. А благодаря встроенному детектору качество изображения намного выше. Практически мы можем исключить уже другие методы обследования, имея, например, один и тот же обзорный снимок грудной клетки. И потом, благодаря этому же плоскому детектору, уменьшается еще больше, как при всех цифровых, лучевая нагрузка на пациентов, что тоже очень важно. Современное оборудование для областного противотуберкулезного диспансера и четырех районных больниц было приобретено в рамках государственной программы развития здравоохранения. Общая стоимость составила около 60 миллионов рублей. В диспансере помимо рентгенологического кабинета современную аппаратуру получили операционное отделение анестезиологии и реанимации, а также лабораторий. В том числе было приобретено оборудование для проведения эндоскопии, исследования внутренних органов с помощью эндоскопов, в данном случае бронхов. Оно проходит практически у каждого, да, у каждого пациента. Значит, после этого у пациента смотрится, значит, в динамике, если есть изменения в бронхах, то оборудование, которое здесь находится, оно позволяет отслеживать вот этот процесс в динамике, то, что находится в бронхах. Тут есть контрольная запись, всегда есть возможность пересмотреть результаты еще раз с врачами-специалистами, сопоставить с реальной клиникой, с результатами рентгенологических исследований, прийти к коллегиальному решению о причинах тех или иных изменений. Был приобретен аппарат для обработки инструментов. Теперь процесс дезинфекции не требует усилий врача, а раньше все делалось вручную. Также в бактериологическую лабораторию был закуплен биохимический анализатор. Все, что для него нужно, это раствор и промывающее средство. Все остальное он делает сам и позволяет выявить чувствительность пациента к различным лекарственным препаратам. В зависимости от этого назначается его лечение. Теперь с помощью нового лабораторного оборудования диагностические исследования проводятся в максимально короткие сроки. Оснащение новым оборудованием нам позволит не 2-3 месяца ожидать, какое лечение потребуется этому пациенту, а дать ответ в течение суток. Следовательно, пациентов с наиболее опасными формами туберкулеза мы можем начать лечить здесь и сейчас современными схемами лечения. А с помощью приобретенной операционной и анестезиологической аппаратуры значительно улучшилось качество медицинской помощи, которая оказывается больным туберкулезом. Но современное оборудование – это не предел. В планах Департамента здравоохранения Кировской области и туберкулезной службы создать единую базу цифровых рентгенологических снимков. То есть в случае необходимости пациенту не придется проходить повторное обследование. Все данные будут просто отсылаться областным специалистам в другие учреждения. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.